Две недели каникул пролетели как один миг. Ранним утром одинцовские школьники снова идут на занятия. Проходим. Это раньше на входе в школу дежурные проверяли сменку. Теперь измеряют температуру. С 37 и выше лучше остаться дома. А если налицо признаки ОРВИ, тем более. Вход в образовательное учреждение в порядке общей очереди. И, конечно, соблюдением социальной дистанции. У нас сделано два отдельных входа. Начальная школа заходит по своему отдельному коридору и занимается на отдельном этаже, на втором этаже. Старшеклассники заходят через центральную входную группу. Особое внимание защите от инфекции уделяют в столовой. Сотрудники строго в масках и перчатках. Перед едой мытье рук обязательно. Ученики начальной школы, средних и старших классов питаются отдельно. Все меры безопасности, которые мы сейчас ввели, и контроль дополнительно ведется. Вот, я думаю, что у нас все будет продолжаться в таком же штатном режиме. После каникул за парты вернулись почти все. Заболевших в классах единицы. А значит, о переходе на дистанционное обучение и речи быть не может. Ведь грызть гранит науки дома школьники будут только в том случае, если заболеют более 20% учащихся. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».